Здравствуйте! Сегодня, 8 декабря 2020 года, на 14-м километре автодороги Елшанка-Песчаный Мед в Саратовской области произошло серьезное ДТП. Столкнулись три автомобиля «Лада Гранта», «Киа Серата» и «Шевролет Нива». Один человек от полученных травм скончался на месте. Двое госпитализированы. Инцидент произошел около поселка Красный Октябрь в 8:30 утра. По предварительной версии, 34-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и допустил столкновение с попутным автомобилем «Шевролет Нива» под управлением 39-летней женщины. От удара «Нива» столкнулась с автомобилем «Киа Серата», который после столкновения вылетел в кювет. В результате ДТП пассажир «Гранты», которым оказался 39-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте. Водитель «Нивы» и водитель «Гранты» госпитализированы в больницу. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Ведется проверка. Будьте крайне внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения и особенно скоростной режим. Берегите себя. Всем удачи и добра!